замечательно действует на своем фланге. Вот здесь Фернандо здорово играет вперед. Якоби Йол уже в штрафной площади. Прострел, удар и гол! 1-0 на исходе четвертой минуты матча. ЦСКА первым же ударом в створ ворот забивает. Действительно, очень красиво все было сделано. Марио Фернандо забрасывает мяч на Якоби Йола. И Федор Чалов одним касанием левой ногой направляет его в ближний угол ворот Евгения Конюхова. Когда спрашивали, вот сегодня капитан, говорил, нет, бомбардир. Но бомбардир Чалов, и вот он, вот он, вот он, очередной гол Федора Чалова. 5-0, мяч защита. Здорово открылся. В первом тайме мы отмечали, да, что несколько раз Федор попал в офсайд, но здесь очень здорово как раз балансировал на грани и все своевременно сделал. Ну и дальше. Какое хладнокровие молодого российского нападающего. Перебрасывает мяч через Евгения Конюхова. Смотрим, что получится. Фернандес, передача на Сигурдсона. Тут налево Щенников. По штрафную. Удар! Вот и шестой гол! Иван Обляков. 5 мячей во втором тайме. Уже забили игроки ЦСКА. Не останется вообще никакой мотивации. Вот тут на Азмуна будет полегче. Дзюба. Передача. Это не Азмун, это Ерохин. 3-0. Но полетело. Полетело все. Разваливается красноярская команда. И Ерохин бежит сейчас к скамейке. Я думаю, будет благодарить он Сергея Симака, во-первых, за то, что тот выпустил. А самое главное, врачей «Зенита». Вот сейчас к ним персонально он обнимает каждого из них. Потому что их вклад в то, что вот он восстановился, трудно переоценить. Я думаю, что это не принципиальный момент для «Динамо». Ух ты, пенальти! Пенальти, да, пенальти. Очень красиво. Был ли пенальти, Константин? Мне был? Да, мне показалось, был. Очень красиво сейчас перехитрил Бакаев. Потом в Каспийский, а сейчас Мирзов. Красиво, красиво, да. По центру, под перекладину и прямо за воротами Шунина. Сектор болельщиков «Арсенала». И этот сектор сейчас ликует. Ничья 2-2.